Свои знания страниц истории блокадного Ленинграда в школу номер 17 приехали продемонстрировать команды из Щелкова, Черноголовки, Лосино-Петровского и Фрязино. Эту акцию, посвященную 80-й годовщине полного освобождения города на Неве, провели активисты Щелковского отделения партии «Единая Россия». Участникам команд предстояло ответить на 25 вопросов. Мне кажется, он был довольно несложный. Но там были собраны все факты, которые нужно знать и нашему поколению нынешнему, и каждый год вообще вспоминать об этих фактах и о каких-то датах памятных. То, что как раз-таки нашей сегодняшней молодежи стоило бы изучать, и как раз-таки в таких тестах в том числе. На мероприятии выступила житель блокадного Ленинграда Галина Степановна Черняева. Она поделилась своими воспоминаниями о том, через какие испытания ей, совсем еще маленькой девочке, пришлось пройти в холодном и голодном городе. Ребята были впечатлены. Это было очень тяжелое время. Люди умирали, ели только хлеб, который им давался, и то это было очень сложно назвать хлебом. На меня больше всего воздействовало то, как она рассказывала про своих родственников, про свою мать также и про их жизнь. Это было очень тяжело, что очень многие люди умирали, как они питались. Ихнее питание – это просто что-то несравнимое. Я даже не представляю, как они выживали в это время. Для меня это было самое страшное. По результатам теста всем участникам были выданы памятные дипломы. Андрей Цеханович, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.